Подразделения Державоинспекции Гомельской области працуют во узмоцненном режиме. Такая необходимость тлумачится двумя причинами – проведением святочных мероприемств и мощными морозами. По стану на 15.30 сегодня у Гомеля зарегистрованы 37 дорожно-транспортных здарений. Невеликая травма у жанчины, у основным пошкоджения отримали только машины. Над расчисткой снегу працуя амаль 31 спецтехники. Выкористано 200 тонн супрать гололедной сумеси. У сувязи со складанной ситуацией, якая склалася на дорогах, Державоинспекция рекомендуя устрематься от выкористания автомобилей, особливо на нешматлюдных дорогах. При керовании авто пропонуется заховывать хуткостный режим, повеличить дистанцию и боковый интервал у относинах до інших транспортных сродков. А проча того, супрацовники ДАИ будут оказывать допомогу водителям, якія пакутуюць от моцных холодов. Госавтоинспекция приведена на усиленный вариант несения службы. Учитывая также то, что погодные условия у нас значительно ухудшились, госавтоинспекция работает в валенках, дабы не замерзнуть на линии. Также в течение дня сегодня сотрудники госавтоинспекции будут ездить по городу и помогать тем, кто попадает в затруднительные ситуации, поить людей чаем, помогать всяческую, оказывать всяческую помощь.